угарчик в аэропорту. Как он устоял? Едем. Так, вы готовы? Рампа. Да, едем. Все, ехаем. Че за бред? Ты нахуя выстрелил, Сиборг? Все, Сиборг, иди в пассив. Пиздец. Все, Сиборг, все, тебе хана. Готовь жопу, Сиборг. Сиборг, ты даешь. Все, Сиборг, крип. А Гарден заказать? Сейчас он придет, подожди. У тебя-то он не придет. Придет. Я пока тебя пойду. Нет. Тебя никогда не. Я все уже восстановил. Его забрать. Его сейчас надо только привезти, да. Его надо только привезти. Сейчас его это привезет механик. Так механик же можно, механика заказать его. Да, я знаю. Да. Через 58 секунд. Сейчас приедет. А, механик. Бля, я первый момент пропустил, второй момент, блядь, всякий. Зато красиво, бля. Зато красиво, ребят, сделал. Да записи. Ну без пан. Я какую-то херню записал, блядь, непонятно. О. Кто записал? 30 тот, секунд. Кто записывает? О, татуха исчезла. Ой. С ноги. Пиздец. Правый. Да что ж такое? А нефиг было. У китайцев пить и переводилки из жвачек покупать. Девять секунд. 8, 7, 6, 5, 2, 1. О, я охранник уже ноутбук сломал. Ты что делаешь-то? Нет, не поможет. Нет, ты... А смысл в тебе? Какой в тебе смысл-то? Под нас заехать ты не заедешь. Хотя нет, может быть и сможешь заехать, наверное. Ну я же заехал как-то. Нет, у тебя достаточно большие колеса, чтобы он заехал. Он может. Mm-hmm. Mm-hmm. Видишь? А ты попасть не можешь, Сиборг. Да? Нет, 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 я имею в виду попасть своей жопой на мое сиденье. Да уж. Да не толкай. Ну не толкай. Да не толкай, Абэй. Блять, меня. Наши тачки очень. Я уже здесь. Подожди, 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 подожди. Потому что грибы, потому что грибы. Кругом грибы. Да стой, блядь, куда ты уехал? Ёпта! Тё! Все, прощай, машинка. Ты мою машину. Он в воду улетел, знаешь, посмотри на карту. Ну все, Коля. Тихо, стой. Посмотри на карту. Слышите? В воду улетел. А если тебя разъебут? Вот, не зачем, вот зачем меня пульнули туда? Ты сам, блядь, за нас поехал! Ты видал? Вы сами виноваты. Зачем вы меня подтекли? Ладно, да, давайте, ну, садитесь, короче, на машину, жду. Ты приземлишься? А он, я же смотрите, не надо, не включил. А-а-а. Рампа готова. Да я-то понял, но людей-то нету в багажнике никого. Багажник, все, багажник. Да сука, он не садится. Багажник. Блядь. Багажник. Да не садится. Че, бага? О. Сейчас стою, закажу тачку. Один залез. Ладно, давайте, дуйте мне навстречу. Один хотя бы пускай полетает. Я сейчас еще. Я сейчас другую закажу. Свою вот Rocket Launch. Охуенно! Блин, ну почти. Вторую не попал, да? Ну подумаешь, я чью-то тачку утопил. Подумаешь, я чью-то тачку понять, утопил.
почему Блэк все время сидит в кабине? Потому что сыт. Гудел. А потому что он не хочет помирать. Сыт. Трожопый. Пушка. Не, ну я могу доступ всем закрыть, он выйдет. И все смогут садиться только в багажник. По-другому никак. Просто, может, Сильвер не играет. Может, он отошел. В мир иной? Ебать, это кто-то... Нет, вы две рампы встаньте одновременно и едьте оба. Так, прямо в воздухе ракету включил. Рядом-рядом, встаньте оба, обея домкрат. Только на самом начале встаньте на рампах, да. Прямо вот рядом. И начните движение вместе. А как мы Рипа пригласим? Он же у нас не в друзьях. Готовы, рампы? Сравняйся, Абэй. Ну ты чё творишь? Ну, вы давай. Готовы? Да, 3-2 раз готовы? Поехали. Раз, поехали, давай. Да. Сильно не травите, стоп. О! Бля! Ух! Красота какая была! Вау, я еще и стал. Ракету включать. Ну так, я как про встал на ноги, ел. На колеса. Наедьте на меня, Пухи на рампах. Чё, охерел? Всё, Коля, у тебя пизда. Всё, готовь в жопу, включай пассив. Готовь. На, бля. У нихера, куда он улетел? Он даже вон какой английский. Тёрф. А нахер вам рип нужен? Он же читерила ебаная, бля. И что, он же не мешает нам играть? Рампа едет. Там едет рампа, да? Едем, едем. Грузы взрывают. Повернись ко мне. Попой. А повернись ко мне задом. Повернись ко мне. Охерей, держи, выравнивай. Как там песня там? Повернись на рампе. Да? Ты увидишь теплый, нежный взгляд. Блять, народу мало. Где народ-то? Я что-то не понял. Вообще никого нету. Да ладно, народу вроде до хера. Ну да. Просто времени как бы час, полвторого. Так, кто-то спит вот уже. Именно, все спят. Странно, у меня всех написано пригласить в игру, вообще всех, включая тех, кто а в игре. А ну ебало, стени. О, ебальничек пришел малолетний. Как ты, соска? Ирбис, как ты меня пригласил в игру, если я уже в сессии? А я вот так вот на записи потом посмотрю. Бывает такое, я видел. Полай и живи. Давай, Коля. Так, сейчас мы едем. Да. Дарс Нуб. Надо трениться с профессионалами. Слышь, Арс, ты нуб. Все, Ирбис сказал, ты нуб. Ну, не с, конечно, не с такими, как хуесос Winter Soldier, блядь, потому что это небезопасно с хуесосом. Все, го, поехали. Мы едем навстречу. Да бросай, в смысле, ну, бросай заниматься этим. О, хорош. Только что выше прилетает. Ой, у нас что-то отвалилось. Я бы не сказал, что деталь совсем не нужная, но как-то, блядь, без нее смотрится убого. Вчера еще и Оксана обиделась. Кстати, с Оксаной общались. А, Настя обиделась, вот это вот. Шкурка. Шкурка, которую я жопу порвал, да? Николка. Смотри, как резко погода поменялась. Да. Николка, сам Господь сюда пришел. Сейчас у него должен очко лизать. Вам прекратите, Эвил не может залезть. А вы машину сейчас не разъебете, дело-то не в этом. Когда вы просто на рампы, она еще живет, а вы меня видите корежить. Я ни хера не слышал. Бедный Николка.
Эвил, блядь. Слышь, пидор? Пидор, что случилось? Что случилось? Сейчас я тебя заберу, Эвил, подожди. Арс. Селфи сделаешь? А, из-за этой хуйни? А че этот петушок сменил ник и думает, меня можно пиздить? Это 86. Это шестерка. Алексей, который уже 55. Блять, нету места в галерее, а? Сыборг, а че вы со мной не здороваетесь? Что такое, блядь? Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Да я тут фотографировался. Вот нахуя это делать было? Коля, свинота, блин, я так долго бежал до этого фото, блин. Ладно, сорян. Бля, ну тебе да ладно, тебе ехать-то, блядь, хер знает. Николка, да что ты, блядь, молчишь? Они бежали далеко. Ты что, после унижения плачешь еще? Не успокаивается биберская душа, бедный хочет с кем-то попиздеть. Бедный Николка, Николка. Ай-яй-яй, бедная Николка. Ну царство тебе небесное. Бля, я еще раз так хочу. Вот, вот тебе крест, Николай. А ты что там стоишь, Ирбис? Кого ждешь? А Эвил где? Уже здесь. Он уже здесь. Его доставили в быстром такси. Бля, я думал, в натуре, что он там стоит, ждет, блядь, тоже. Не, я людей приглашал. Сессия. Ай, блядь. Сука, солнце, Арс. Да не, мы ее сегодня вообще жопу ей порвал, вообще жестко, она аж психанула бедненько. Ну чё, готовы? Мы сейчас улетим. А, блин. А, у нас людей нету в машине, в кузове. У нас в кузове никого нету. Пойдем с тобой в доки. В доки пойдем. Потренимся чуть-чуть. Попрактикуемся. Едет Трампа, едет. Солдзо, привет. Похуй. Ё-моё, здорово, ребят. Том годом, ребят, с кем встречались. Ку-ку! Рампа едет, если чё. Рампа едет. Я на ангар залетел. Пацаны, я на ангаре. Чё за первый сплит? Ой-ой, стой, подожди, кто на рампе? Ребят, домкрат, подбрось. Смотри, блядь, да не отсюда, разгонись. Ну а чё? Смотри, автобус там сзади. Домкрат, разгонись, пожалуйста. Сейчас разгонюсь тоже. Ну давай, Лебев, удачи. На другой конец. Блядь, да вообще, решил уебнуться, что ли? Пойми, куда. Спать пойдёшь? Блядь, туман спустился. Домкрат. Ладно, давай. Где? О, домкрат. Кербис, пригласи меня. Блин. Всё, ты рип, который этот, на лотосе. О, спиши. Андрюху подниму, Андрюха. Домкрат, посмотри, куда ты меня запихнул. Андрюха! Домкрат. Настя просто впитала сегодня. Жестко и конкретно. О! Арес стой, едет. Стой. Домкрат. Чё, Николай? Смотри, куда ты меня запихнул. Да ладно, блин. Фигайся. Вот это дичь. Давай, прыгай. Ты видел? Что тебе отбейкуем? Что? Ну-ка, садись, Солза. Машину. Эй, хорош, блять, куда поехали? Садись в машинку. Ну-ка чё, еще раз сейчас попробуем. Полный жив. Кого, блять, напомни мне. Я, блин, вывалюсь, короче, умру. Не. Ирбис, давай. А, Юверсус, ахуерсус. Подожди, это, домкрат, стой, мы едем навстречу, только не тебе, а грузовику. Давай попробуем сейчас с грузовичком еще раз. Вау! Ух, нихера себе! Ты каждый раз по-разному. Я сейчас специально так написал. А чё Насте скинуть? Сегодня ночью скину. Куда там едешь, блин, домкрат? Паси. А почему я не полетел? Не взлетел, что ты? Позор.
первый раз лучше было. Первый раз вы вообще, блядь, эти залипали. Какие-то суки кругом. Сейчас, ладно. Слышь, малой, прекрати копсить. Давай, Олег, удачи. Меня забыл. Блядь, по-моему, у нас проблемы с осаждением. Обе, иди в начало. Сейчас мы к тебе приедем. Сейчас народ сядет в багажник. Давай, Олег, доброй ночи. Давай. Давай, пока олей. Пока олей. Нормально, блядь, пока олей. Херась, он подлетел. Эй, да, блядь. Они что-то такое, вот их называют. Али. Так, сейчас подожди, Абейр войдет в начало трассы. Чё? Блядь, не убейте друг друга, потом за вами ехать в аэропорт, ты чё, ёпта? Да чё ты там сзади бьёшься, блядь? Да я не бьюсь, я запрыгнуть хочу. Чё, поди к нему, блядь. Сори. Я горю! Ты живой там? Я горю! Давайте толпой садитесь, блин, в грузовик. Бегом, сели быстренько, всё, поехали. Кто там на вертолёте никак доехать не может? Все, едет Абей к нам навстречу. Уехали, съебались нахуй, ебать. Не толкайте, не толкайте. Давай, Солза, ты тоже ему навстречу едь. Сделай красивый прыжок бега. Как-то, блядь, не очень все хорошо сложилось для некоторых. Я в воздухе. Кто? А, что ты открыл, блядь? Я в воздухе на гитаре играл, охеренно. Ну-ка, бери, давай еще разочек. Попробуем немножко по-другому. Блять, слышь, у нас, по-моему, проблемы с геометрией кузова. Я не знаю, как бы, можно ли это починить. Но проблема явно серьезная. У нас как-то колесики не... АБ, ты меня чуть не убил. Уголочек неправильно. Не очень. Кузовочек как-то, блять, там потек. Наверное, как-то вот начал налево сел, да? И не кажется, что-то не так. Абей, готов? Тихи, какого хера? Все, поехали навстречу. Извини, Коль. Извини, Коль. Кто не успел, сука, тут опоздал. Давайте вертолет сбейте, просто. А, ну это можно, но. Полка, ну отвечай на него. Мне хочется с тобой поболтать. Что? Скучно и одиноко? Блять. Скучно и одиноко, Биберку, да? Садитесь бегом в багажник. Чё там это? Дрочим, блядь. Ты куда бежишь, брат? Эй, Нига, куда бежишь? Садись в машину. Чё-то было, блядь. Кто-то под машиной подох, или мне так кажется. А, это Коля. Да хуй, да пизды мне, короче, иди сюда, ебаш. Сам только принимай, не забывай. Давай, братан, садись. Механик ёбаный гандон варёный, блядь. Механик бухает. О, биби, блин. О. Автобус в этом, в аэропорту едет. Николай разошёлся. Да, жду. Всё, давай, не дождусь никак. Прощай, Николай. Сначала делай, пизди потом, наверное. Вот, блядь, ещё... Солнце, забери там народ. Солдзе, забери народ от этого, вон там двоих, да. Да в смысле, слышь, постреляйся в очко, Николай. Я... Откуда? Тут все разбито. Блядь, там этот сумасшедший бежит, который мне сейчас будет. Или это не этот, да, тот же сам. Откуда кого забрать, я не понимаю. Изи. Как? Легко. I'm professional. Меня забери. Изи, как куда-то. Легко. Батя, ты вышел из здания, по-моему. Я здесь. Слышь, конечно. Давай. А, Кайло Рена, видели видос, как у него жопа порвалась, как оно орало там, хуя. Существо, блядь, это вообще пиздец нахуй. Кайло Рен просто, блядь, уебищный. Как Сережа. А я текаю, я уже заебался текать. Подожди, мы сейчас ждем, сейчас народ подъедет, подожди. Абей, сейчас, что-то никак народ подъехать не может. Ладно, похуй, Абей, поехали навстречу нам. Псих, меня забери. О,
Вау! У меня все тело улетели. Полетело, вы видели? По-моему, мы остатки двери. Ух ты, смотри, у нас это новое купе. Седан, Лада седан, баклажан. Продуваемое купе. Пифи, пифи. Если ты готов текать, то текай. Что ждешь-то? Так, все. По-моему, у нас уже ничего не отвалится. Да. Ладно, и давай еще разочек. А где там, бро? А, бей, давай, давай, едь туда. Мы сейчас если тебе навстречу видели, поедем, да. Если бы вы видели, как я... Лес. Слышь, у нас что-то странно, у нас двигатель кривой. Подвеска, а как он интересно работает? Ребят, у вас подвеска не скосилась там. Да что-то как-то вот на левую сторону легли, я не могу понять, как двигатель вообще работает. Еду. Ильвис, ты бы посмотрел немножко, хуй с ним, что у вас двигатель или нет, но, блядь, колеса вообще в раскос. Я знаю, я же вижу. Ну что, Селя, хочешь? Еду. Поехали, давай навстречу. Солнцу. На встрече неудачи. Оо. В центр нужно ехать, короче. Я так и понял. Давай попробуем в центр. Чисто по центру. Давай по центру едем, чисто обей. Так, сейчас меня туда в этот. Она все время, смотри, в сторону ведет. Я вот просто жму, на сторону даже уводит. Смотри, машину в сторону уводит. Че пипец. Ой, у нас еще хуже с колесами стало. Все, давай, обей, мы жмем. Жмем по середочке. Кого-то забыли? Извини, братан. Меня забыли. Я следующего подожду. Следующий рейс. А может и не быть. Ебать, мы полетели! Сцуко! Минус сервис. Опа! Красавчик, красавчик, да? Так, где там? Солдза, Селя. Давай, мы идем в начало полосы. Идите сюда, садитесь в багажник. Сель, садись в багажник, тебе понравится. Охуенный аттракцион. Может, попробуешь? Кстати, где этот ковш стоит? Кого? Я этому, сэр. Не понял. Свет. Да. Я не понял. Мы все в машину сели. Палку, да? Не, я улечу, мне кажется. А потому знаешь, что, ну, бэс, суп. Ирбис, 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 едем всех из машины. Викини всех из машины. Какого хера? Какого хера? Чит, блин, тебя потеряли. Садись. Бывает и так. Я жду грузовичок угара. Когда в лоб убил. Титан! Запускает. Ладно, едем в начало трассы. Страшно, блядь? А нихуя вообще. Нихуя вообще, да? Ну, понятно. Знаешь, так, нихуя вообще так из трусов на ходу выкидывая дерьмо, так, нихуя вообще, да, нормально, вообще, даже не воняет, да, блядь? На полосу там повыкидывали, да, там, даже не воняет, еба. Так, ну чё, поехали, обей, давай, мы разгоняемся, все. Уже теперь хуёво разгоняемся, с учетом произошедшего, что-то машинка вообще как-то сегодня серьезно пострадала. Ух. Ух. Николка. Николка, зай, ну ты где? Мне с тобой хочется по душам попиздеть. Слышь, тёлка, заткнись. Чего там, а, блядь. А тёлка только ты, запомни. Тёлыч, ты чё там, алё, орёшь-то, блядь? Сегодня уже одной тёлочи жопу порвали, блядь. Тебе сегодня надо порвать. Тупые шутки, тупые. Шутить. Давай, давай, подай, подай острых, подай харизматичных, очень интересных, давай. Давай, давай, подай. Петросяна, под Петросяна. Хуй с ним Петросян пойдет, блядь. Петросян?
Пидоросян, нет, Пидоросян не подойдет. Пидоросян как-то не хочется. Пидоросяна так. Все, давай, мы едем навстречу тебе, обей. Седой. Фу таким быть. Фу таким быть, седой. Действительно, а чё таким хорошо быть-то, блядь? Ой, седой еще тут. Привет, седой. А ты тупой, Z нажать не можешь, посмотреть, кто тут, кто не тут там, блядь. Только я уже нажал, блядь, не увидел. Ебал свою опни, сука, блядь. Мандаринчик. Так, сучка, здесь только ты? Мандаринчик ебало опни. Ну подожди, сучка, здесь только ты у нас. Стрелки. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Все, едем навстречу. Позорище. Ну я все, конечно, понимаю, ну его нахуй, блядь. Эй, хорош, блядь! Ирбис, блядь! Ну я случайно, ёлки-палки. Да-да-да-да-да. Как всегда, блядь. Сука. Как сказал Владимир Владимирович, в спину, ёп. Бежишь, вы видели это? Кто-то тут рядом упал и взорвалось нахуй. Это мой байк был, блядь. Нет, это машина была чья-то. Это моя машина. Все, давай, бей, едем навстречу тебе, едем навстречу, давай. Ирбис, это был. Йоу! А, Николка, жизни тебе не везет. Ай-яй-яй. Блять, этот пидорас уже не знает, что как поднять Колю, а вообще пиздец уже. Просто уже на говно изводится, блять, малолетний ублюдок. Я уже несколько раз. Сейчас давай мы туда заедем сначала. Он плачет, он же там воет. Меня унизили. Сука, прячется там. Прячется там, лол. Кого? Бибика, Винтер Солдер? Ну попробуй убей его, псих, если сможешь. Не надо. Все, обе едем тебе навстречу. Видно, навстречу некуда ехать, да? О, самолет. Я же сказал, не надо. Что это за... Вау! Слышь, по-моему, что-то у нас вообще дичь какая-то. Я по тебе не палил. Я бывал по-другому, блин. Так что не пизди тут. Так что не пизди, псих, только я по тебе палил. Им палю по компу, это по Николаю. О, поездки с игроками 200 дали. Бакар. Ух, видели как? Красиво, красиво. Это было ёба. Теперь я педик, даже не обосновал, почему я педик. Ай-яй-яй, позорище какое. И просто тупой. Колка, блядь. Грил получилось. Смотри, сука, самолетов. Смотри, тут два самолета стоят. Откуда они? Слышь, чё? Зацени. Самолеты два. Видал? Не колка, блядь. Зорище, иди сюда, блядь. Прикольно, видал, да? Откуда они здесь? А, наверное, потому что много... Наверное, много народу в этом, как его. Заберите мне. А чё там вертолеты пиздец, творят какие-то? Позорище, ещё так свою организацию назвать, блюм. Ну позорище, блядь. Николка, иди убейся, блядь. За свою креативность. Ты это лучше разъебу сейчас. Николка. Николка. Смотри, сколько вертолетов в небе. Они друг с другом бьются, вообще дичь какая-то. И
Кемпера мы вернись. Почему седой молчит? Седой. Я не знаю, что сюда молчит. У него, наверное, обед молчания. Да у меня был просто чат. Не-не, чат был опыт, ребят. Да, оп. Сейчас все, больше не молчит. Потому что больше чат не опыт. Логично, блин. Николай, если ты сядешь в самолет, я его собью. Ты даже не взлетишь, ты это понимаешь. Ну все, я начинаю террористический акт. О, русский террористический акт начинаешь? Будешь себе что-то в жопу сувать? Ну начинай, начинай. Террористический акт. Как стрелки умно менять, ай-яй-яй. Какие стрелки? Я не знаю, я не работаю на ЖД, еще раз тебя повторяю, я не работаю на железной дороге, никаких стрелок, ёлок, ты дурак. Стрелка шаталась. Опа! Ой, а чё ты умер, даун? Взял, задавил меня и сейчас говоришь, чё я умер? А чё ты умер-то? Олег, тебе лечиться нужно. Я же просто ехал и всё. Проверить своё зрение. Умри, блядь. Вражина. Селя тоже что-то, блядь, разъебался. Не знаю, кто там разъебался, но я горю. Что-то ты горишь, или бы? Да, как-то странно. С чем это связано, не знаю. Пойди, ничего хорошего это не предвещает. Что там у машины, попки пока... Сейчас быстро установим делов-то. Расследование проведи. Sure. Расследование веду. Колобки. Чуть, блядь, короче, ты под РПГ не попал. Потому что неправильный пчел. Поэтому не попал. Не понял, блядь, это я с упреждением, и тварь выжила? Бзыт, 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 бзыт. Пью! О, красиво. Красиво. Да ну, не. Ой. Красота. Всех сбил. О-о-о-о. Тельце, тельце, тельце. Чье-то тельце там летит, да? Ох, красавчик я! Вы видели? От балды стрельнул. Нет. Вообще никто не видел. Блять, я хотел второй раз добить Селю бедного. Не, ну это было сильно красиво. Слышь, потом видос посмотришь, тебе понравится. Тут четко, я знаешь, просто наугад долбанул, в тебя попал, короче. Каким образом, хрен его знает. Взял скрытую организацию. До чего Колька дошел? Позорище. Скрыл организацию свою. Да вообще позорище. Так, а, нам Гардиан нужен. Точно, я же забыл. Сейчас. Ой, бабки. Что, сучка, скрытую организацию сделал, да? Не дошел ты до бабы, Кыргиз, короче, ты рядом с теми бабками свои проебал. Да бывает. Я еще в бинта переоделся. О, Пёрпл пришел. Опять это, опа, пришел пидор. Ребят, вы все пидоры или есть нормальные среди вас? Нет, но Винтер пидор, это факт. Заебись вообще. Нет, нормально, нет, нормально. Грибочек ты наш, блядь. Я нормальный.
Ирбис вот тоже нормальный. Ну я тоже нормальный. Блять, ну ты, бля, от натурал? Да без обиды. Ты натурал, Николай? Или может ты этот, блядь? Гомосек. Если, короче. Николай, если ты обидов, то, короче, ты проходи мимо лучше. Что такое, Бибер? Попасть меня не можешь своими тупыми патронами БСТшными. Ты мусор БСТшный. Вот так вот. Слился лох. На записи причем. Просто лошана. Хорошо, снилась. Если хочешь, чтобы я БСТ юзал, хорошо. Ты слился, все. Я не буду с тобой играть. Только что слился. Поезжать. Смотри. Да я ухуй отсюда. Сам себя успокаиваешь. Я не буду сам себя успокаивать. Под запись слился. Все. Сам себя киллер. Успокаиваешь. Сам себя успокаиваешь. А я ничего не хотел пиздеть об Арсе. Это ты что-то там пюрпал опять. Я тебе сказал, что Арс, и тебя трогать опять здесь никто не будет, да он. У пюрпал вообще что-то в последнее время какой-то больной. Что-то у него. Ух, да что это машинка здесь делает? Слышь, ты меня хоть попадешь хоть раз, лошара. Я бегу даже попасть. Не знаю. Нигеры хули кругом. Это же GTA. Так, ладно, сейчас я вызову Гардиан. Если негр сел. К дождю. Если негр сел, я знаю, кто это. А ну подвези сюда негра. Псих. Блять, ты горишь. Псих, не вези меня. Негритенка, подвези сюда, блять. Бля. 12 негритят. Нигерс. 12 нигерс. 1-2 нигерс. Ну дай я его хоть помучу напоследок, а потом я тебе продам вообще, блядь, бесплатно я тебе его даже дам. Не знаю. Даже продавать не буду. Пёрпл, заходи, играй. Получай удовольствие. Хватит нам мозги, блядь. Пожалуйста. Он сразу сливается. Пусть он сразу сливается. Я сейчас назначу за наш награду за голову. Кого? Он сразу отсюда сольется. Кто? Запёр плоды дает. Я. О, смотри, как я прикольно прыгнул. Багажник остался. Смотри, капот в багажнике остался. Да ладно. Зацени, Винтер. Да блин. Ха-ха, сели. А нифига, он живой. Смотри, видел багажник, короче. Да, капот остался в этом. Посмотри на мою машину. Посмотри на мою машину. Вижу, вижу. Давай, убивай, как это. Помнишь, эти делали? Да, я знаю. Да, эти МВПЦшники, блин. Только это, убиваешь, да, из ружья только, из ружья убивать. Только из ружья. Понял, не взрывать, да? Не, нельзя взрывать, только из ружья убивать. Он убивает, и его убивать, и меня из ружья. Я из пистолета стреляю бронебойного. Но это МВПЦшники, типа там, такая у них тип игры есть, короче, такой. Это типа показывает, какой ты крутой чувак. Если убиваешь, короче, из винтовки, блядь, типа ты там охуительно на там можешь целиться, блядь. Потому что, видишь, когда он стоит на ней, он, короче, не может убить. Вернее так, невозможно. Он не падает, да. Да не, все нормально, все ты сделал, все правильно убил. Видишь, хуёво то, что вас там спавнить будет, Ирбис. Вот чем. Ну давай выйдем сюда, в аэропорт. Не-не, знаешь куда давай выйдем? А где у нас много места-то? А, давай в это, в доки поедем. Или на пляж. О, давай на пляж поедем. Либо на пляж, на пляж. Давай, да, на пляж. Сейчас вообще, мы сядем с Бипиком и поедем на пляж. Питер. Он будет стоять на машине, а вы будете нас стрелять. Пёрпл, сука, сливайся сразу, я тебе говорю. Скажите Пёрплу сразу сливаться, я не знаю, чё. А зачем ему сливаться? Ты его все равно трогать не будешь, какая разница? Чё ему сливаться? Я его всегда буду трогать. Я буду. Нет, в этих сессиях ты не будешь трогать его. Я буду его всегда трогать. И в этих сессиях. Нет. И в других. Нет. Пока он не будет сливаться. Нет, да, в этой сессии ты трогать не будешь. Я тебе уже. Йо-йо-йо, машину остановили. Все. Быстренько вышли. А негры остановили. Нашли что-нибудь себе другое. Еще раз так сделаешь.
Это та машина, которая это будет сделала. Будет умирать в жестоких моках вместе с водителем. Все, слышь, давайте без Олега. Опасненько. А я чем и говорю, блядь. Опасно, блядь. Ладно, заработаю каскады, а не ебовые. Слышь, Олежек, ты просто всех въебал. Вот всех, кто был, всех въебал. О, блядь. Кады-то знаешь, как поднимать сразу? Да неведомо. Меня еще и прокатили труп. Ладно, давайте, все, беру предатор, поехали на пляж. Ой, а где это я? Черт. Пизда, самокид залетит. Пизда, самокид за? Самокид за. Камикадзе, блядь. Морда иншуранс. Давай восстанавливаем мою машину. MMI. Бля, хуя себе тут меня кто-то пиздит. Охуенчик было. Интересно, как он такие удары делает? Вот непонятно. Иногда делает, иногда не делает. Как-то. Псих. Как вот понять, чтобы он такой удар делал, блядь, прикольно. Ты тупой не поймешь, ты тупой, ты не поймешь. Бибик, ты себе сказал только что, да, что ты тупой. Что-что я не расслышал? Оператор, ну, ты тупой, блядь. Вас не расслышал. А, тупой еще и глухой к тому же, я же забыл, блядь. Конечно, конечно. Лохован, бля. Это логический вариант стрелки. Желательно, чтобы он очень был глухонемой. О, голос. Хватит мужик, эй, голос стрелки. От Пёрпла. Стрелочники. Голос. Голос Пёрпла, наконец-то. Мы его услышали. Пёрпл голос подал. Чё на пляже? Пёрпл голос подал. Так, где моя гидра? Он должен страдать сейчас. Ко мне не приближайся, ко мне не приближайся, сука. А ну, развернись. А интересно, машина успеет приехать? Так. Так. Зря убил, наверное, машина не успеет приехать, я думаю, или успеет. Я не успею, Ирби, все, тебе 5 минут ждать. Блять, ну нахуя? Полетели на самолете, Ирбис, садись, поехали. Да вот чувак полетел только что в трениках, в асфальт. В рай. Еще 500 баксов лишился, блядь. Жиза, боль, поехали туда. На в аэропорт сейчас самолет сядем, мы там на пляже приземлимся на самолете, и все. Ну давай. А ну стой, Седой, подбери меня. А, ладно. А я думал, ты хочешь отсосать там у кого-то. Винтер Солдер. Кто тупой? Вот нахуй я так машину поставил? Ты вообще думаешь, когда машину ставишь, Седой? Да, нормально улетим, Ирбис. Без крыла. Нубиан с планеты Нуба. Не надо, заебал ты, Биб. Вон на своем пробей. Ребят, пробуем, ничего. Очко себе пробей. Чем туда ехать-то? Сюда я тебе говорю, пизди его, пока он плакать не начнет. Не, мы хотели попробовать инсургент, это, инсургент фримод. Так ехать я наш, то есть на пляж или куда ехать-то? На пляж. На пляж, ребят, летите. Да, чтобы мы недалеко бежали за машиной, и вы могли тоже трескались рядом. Серед, чем занимаешься там? Кто? Военная поддержка. Серед, тебя подвести или ты там будешь хуйней заниматься? Серед всегда что-то странным занимается.